сегодня за каждый уровень я буду получать супер вещи. Снимал по-прежнему на сервере Aris Mine, где 11 мая в 12:00 пройдет глобальный вайп. Но по этому промокоду получишь приятный бонус. А тем временем я нашел уголь. Мы с тобой его добываем. Нам немного не хватило. Добываем еще немного угля, и мы с тобой получаем первый уровень. А за первый уровень нам выдали тотем спешки, когда во второй руке спешка третьего уровня. И стоп, подожди. Когда я был в этой шахте, тут не было этой таблички. Интересно посмотреть, что на ней написано. А тут написано: поставь лайк и подпишись на канал. Цель 3 лайка. Ну, мне кажется, табличка не врет. Поэтому ставь лайк и подписывайся. Я нашел сразу двоих игроков. И самое что интересное, здесь я могу ломать блоки. А что более интересно, мы можем их сюда поставить и перелезть через забор. И попробовать отпинать одного из них. А, он сразу ливнул, понятно. А тем временем я нашел... Что? Тут свободная территория, чувак, а почему я могу к тебе пройти спокойно? Что? Какие ресурсы нафиг? Чего? Подождите, снаряжаемся как можно быстрее. Тотем в руку, тотем в руку. Блин, житель, ё-моё, я... Иди отсюда, уходи. Как же он меня напугал. Только взгляни на мой инвентарь. А тут нет привата даже, ты серьезно? А почему ты не заприватил свой дом, чувак? Ну, ладно, мне-то это и на руку, потому что я забрал все его ресурсы. Okay. Ну, а, кстати, ребята, я не заметил, мне плагин положил неразрушаемые элитры. Nice. Элитры не теряют прочность при использовании. Опять кто-то рядом. Да, ребята, рядом нахожусь я. Давай посмотрим вообще, в чем они, и первый игрок у нас... Ух ты, нифига, с хороших ресурсах. Хорошо, отходим. А, ты смотришь, что он мне показывает. Ага, ну ты смотри аккуратнее так, а то я подлечу и все. Там еще один алмазник. Ой-ой-ой-ой-ой, нафиг тогда надо. Можно, конечно, попробовать дать им отпор и после посмотреть, насколько они сильные. Так, снаряжаемся в наш нагрудник. Расточечка, хорошо. Берем топорик. И слушай, не, ну сносят они достаточно много. Воду, просто воду. И уплываем от них. Ой, это что еще такое? На меня слабость наложили. Они меня сейчас даже бить не смогут нормально. Отлично. Тут, видимо, находится этот подводный храм. Да, вон сзади подводный храм. И видишь, у нас плохой эффект. Еще и дельфин. Все просто было сейчас на моей стороне. Поэтому это мой шанс от них лучше уйти. Ты только взгляни. У меня утомление на целых 4 минуты. И да, для тех алмазников я еще слишком слаб. Окей, у меня прямо сейчас есть слабость. Ну, точнее, утомление. Но нам не помешает отпинать вот этого хорошего игрока. Моему каску здесь слезали. Ой-ой-ой-ой. Тотем. И отлететь. Нужно отлететь пока что вот так вот спрятаться. Ведь у нас снова мало хп. У меня такая броня фиговая или что, я не понимаю. Но тем не менее, если мы его с собой отпинаем, то мы получим еще хорошие ресурсы, поэтому идем. A few minutes later. Он сломал только что окно, чтобы пройти. Он в алмазке, нифига. Это очень хорошо для меня. Или плохо. Расточечка, хорошо. Ух, нифига, что у тебя за меч такой жесткий. Нам срочно нужно взять себе немножечко еды. И я не хочу никуда уходить от этого игрока. Ведь у него алмазная броня. Смотри, бегает. Да, у него, конечно, меч сильнее. И можем ли мы... Да, мы можем его попробовать скинуть туда. И, конечно же, заполучить все его ресурсы. Подожди, я только сейчас заметил, у меня третий уровень. А значит, у меня есть новый донат-предмет. А именно, меч хаоса. Вот теперь я с тобой готов сразиться. Выходи. Ладно, видимо, придется мне первому идти. Да, я уже здесь, я спустился. Что у тебя, дом распривоченный? Подожди, чего нафиг? Мы дали ему хорошую тычечку, вторую. Отходим, отступаем. У нас очень мало сердечек, 40 осталось. Пол сердца. Чего нафиг? Зашибись, у меня минус тотем. Супер. Ну, по крайней мере, у нас теперь имеется огнестойкость и регенерация, поэтому побежали пинать его. А почему у него дом распривачный? Я вот это понять не могу. Я могу сейчас к нему просто взять и пройти. Алло, чувак, почему у тебя дом не запривачный? Раз, тычечка, хорошо. А мы теперь не горим, все, потому что у нас тотем сработал, можем его пинать. Пинать. Ой, опасно. Самое главное сейчас еще выжить. Он там тоже регенится. И там еще какой-то ник я видел. Или мне показалось. Короче, фиг узнать, там уже приват находится. Вот теперь пройти не можем. Вот здесь зато можем. Куда ты ресурсы складываешь? Стоять! Все, минус, хорошо. Берем, конечно же, щит. И знаешь, в чем проблема? Он большую часть ресурсов, конечно же, сложил. Да. Зато он не успел убрать вот этот меч. С остротой 5 и загором огня 2. Смотри, кого я нашел. Это целый алмазник, а за него мы можем получить очень много опыта. Поэтому что мы с тобой делаем? Мы сейчас вот так вот взлетаем, бьем его. Отлично, он в КТ-шечке, хорошо. Пока что мы не будем палить свой супер-мега-крутой меч, потому что нам нужно еще как-то к ним пройти. Надеваем нагрудник, еще ты... Ой-ой-ой, он хорошо бьет, хорошо, много хп снимает. Зато, может быть, мы его забайтили, чтобы он к нам вышел. А, забайтили, он просто заныкался у себя. Понял. Что же, я нашел сразу двоих алмазников, и давай-ка мы попробуем сейчас снарядиться и ударить этого чувака. Раз, тычечка, опа, хп вообще нету, стой. Вторая тычка, сейчас будет плюс алмазка, хорошо. Так, вопрос, куда делся тот
500 алмазника, и смотри, мы получили 4 уровень. А значит, у нас фейерверки. О, за мной бежит сразу 2 игрока. И... Нет, сюда еще какие-то чуваки прилетели. Вы че тут забыли? Ребята, простите, до свидания. А стоп, я могу РТПФ, РТПФ, пожалуйста. Фух! Я был на волоске от того самого момента. Так вот, я получил 4 уровень. А значит, у меня есть отвар Одиссея. Да, хорошо. Тут и силы, и регенерация скорости сопротивления, так еще и алмазку мы с тобой получили. Конечно же, берем ее и, если что, будем вот так вот в нее снаряжаться. Меня снова телепортировало к этим чувакам, поэтому раз речечка хорошо, вторая, снаряжаемся в нагрудник и идем его пинать. В этот раз я заберу сюда все ваши ресурсы. Отлично. Мы его отпинали, но, к сожалению, опыта мы не получили. А может быть, кто-то из вас еще хочет ко мне выйти? А ну-ка. Ух, нифига, тут реально жесть алмазников как много. Так, его еще раз отпинали, хорошо, и отходим. Ну, кстати, с него мы получили просто обычную алмазку, ну и, по сути, все. Зомби-лопата? Я уж подумал, что это алмазная какая-то лопата, ну ладно. А тем временем я нашел сразу двоих игроков. Так, раз тычечка, и вторая, ну, к сожалению, не дал ее. Так, бьем, и, блин, мы опыт не получили, да что ж такое-то? А может быть, здесь мы с тобой получим опыт? Ну-ка, копаем блоки. Там запривачено, я понял. Кубок тут приземлился? А, нет, у них здесь находится, оказывается, спуск. Все понятно, понятно. A few minutes later. Окей, я нашел тут овечек, давай ее. Раз, тычечка, хорошо. Ну, мы почти получили новый уровень. Овечки, простите, ничего личного. Раз, есть 5 уровень. Nice. И давай глянем, что мы с тобой получили. Мы с тобой получаем свиток неуязвимости. При использовании дает вам неуязвимость от любого урона на 4 секунды. Вот это я понимаю, имба. Так. Я здесь нашел одного игрока, у которого хорошие ресурсы. И в целом можно попробовать его даже отпинать. Ну, правда, не вот этого, а именно вот этого. Хорошо. Сколько у него? 18 хп. Ну, на самом деле он сносит больше. А, ну правильно, сносит. У меня ж нагрудника-то нету. А, ты смотри, их тут гриферили. Мы можем сделать видимость то, что мы их гриферим. И они как раз-таки к нам побегут. Поэтому... А, они уже бегут. Я понял, хорошо. Раз ты... Что? Подожди. Улетаем. Это было сейчас максимально странно. Ты видел? Он мне снес щит просто за одно мгновение. Выпиваем отвар Одиссея. Все, мы стали гораздо сильнее. Свиток неуязвимости юзаем. Раз тычечка, хорошо. Вторая мимо. Просто я не понял, как он мне снес мой щит. Вот в чем проблема. Но тем не менее, мы должны его 100% отпинать. Его друга тоже. Раз тычечка, хорошо. И теперь вторая. Блин, да он с этим щитом, я уже не знаю. Алло, чувак, дай тебя пробить-то нормально. Да ё-моё. Он ничего сделать не дает. Поэтому раз, два, три. Я понял, хорошо, до свидания, все, уходим. У меня хп очень мало. У меня, видимо, максимально фиговая броня. Так, давай поближе положим себе свитки неуязвимости. Мы с тобой подходим, юзаем его и просто расточечка, хорошо. Вторая мимо. Но я сорно их пробить нормально не могу после этого. Самое что плохое, я заюзал почти все свои свитки неуязвимости. И дальше я не знаю, как мне с ним бороться, поэтому подходим. Ну как он снимает, я не понимаю, сорно, это как-то странно очень. Ладно. Да что это было вообще? Но ничего страшного, ведь у нас имеется запасная броня в виде алмазки. Я никуда не пойду без суперресурсов, поэтому мы с тобой добываем немножечко опыта. И да, мы получили первый уровень, и мы с тобой получаем чешуя Василиска. Когда во второй руке сопротивление 2 и регенерация. Отлично, вот это хорошо. Посмотри на этот инвентарь, что ты видишь? Правильно, здесь зелье силы и скорости. Также относительно хорошая броня и ресурсы. И он находится прямо подо мной. Я не знаю каким образом, но меня телепортировало прямиком к нему в дом. Тоже, раз меня тэпнуло к тебе в домик, то почему бы и нет? Я готов с тобой сразиться, подходим. Двойная дверь. Это мой враг номер один. И куда ты там пополз? Давай выходи, вылази. Отлично, я с помощью бага успел сделать ему КТ-шечку. Давай, выйди, у тебя там и зелька есть. Ты гораздо, может быть, сильнее, чем я. Я просто рискую сейчас абсолютно всем. Кстати, насчет того, что я рискую абсолютно всем, у меня даже топора нету, погоди. Ну, он выходит и потом просто обратно к себе в домик бежит. Ну, так это неинтересно. Меня телепортировало на очень знакомую территорию, поэтому давай-ка попробуем тут еще раз сразиться. Мы, правда, снимаем вообще почти ничего. Ой-ой-ой, он еще под баф. Теперь понятно. Угу. Ну, мы попробуем его с вами одолеть, пожалуйста. Давай, у меня просто не хватает урона. У меня есть регенерация. Ну да, пушатый. Что такое? Добываем немножечко себе опыта. Первый уровень получен и получен данный предмет. А именно, меч Олимпа. Где есть острота 3 уровня, прочность, добыча, резящий клинок и загор огня 2. Окей, я нашел здесь игрока, который стоит в ФК. Так у него еще и алмазные ботинки, и алмазный меч. Супер. Не заходить. Все, мы его отпинали. Надеюсь, ничего не сгорело. Ой, ты опять здесь появился, ё-моё. Испугал.
тут еще зелька валяется. Все, мы забрали все зелья. Отлично. Так еще и ботиночки. Что за зелье-то? Зелье силы и скорости. Хорошо. А ты не хочешь взять еще какие-нибудь хорошие ресурсы? К примеру, там алмазку, потому что у тебя только лишь ботинки были. Это как? Ну что же, я взял немножечко своих ресурсов. И теперь мы с вами пишем команду PvPS. И мы начали поиск поединка. Напомню, у меня есть хорошие зелья. И нам нужно пофармить еще также немножечко предметов. Мы получили второй уровень и получаем светок метеора. Офигеть, меня телепортировало как вовремя. О, чувак, ты даже не представляешь, на что ты сейчас подписался. Лови. Просто с одного удара, офигеть. И мы получили три уровня сразу. Чего? Офигеть. Так, сначала собираем все ресурсы, которые здесь в округе у нас валяются. Все, вроде как все подобрали, ничего точно больше не упало. А нет, там что-то валяется, щит, давай спустимся, тоже заберем. Окей, я собрал абсолютно все ресурсы с этого игрока. Смотрим, что мы с вами получили. Это у нас обычная алмазка с хорошим мечом. И также мы с вами получили, видимо, донатные стрелы, где у нас эффекты моментальный урон и замедление. Ну а также мы получили неразрушаемые элитры. И еще, видимо, отвар Василиска, где есть регенерация, прилив здоровья и сопротивление. Я тут нашел какого-то игрока, мы аккуратненько вот так спускаемся. Раз, два, три, и да, мы получили с него тоже новый уровень. Так, смотрим, что мы получили, и по всей видимости, мне выдали фейерверки. Ой-ой-ой, меня телепортировало на ПВПС против какого-то алмазника. Все, мы летим за ним, и я сейчас не буду использовать свитки метеора, он там что-то выпил. Хорошо, мы тогда тоже выпьем отвар Василиска, почему бы и нет. Выпиваем. Где-то у меня была сила, вот она сила, тоже выпиваем ее. И теперь самое главное, не потерять этого игрока. Давай даже скорость сейчас выпьем. Да вот он бегает недалеко от нас. Хорошо. Так, подходи ко мне, подходи. Мы снаряжаем. На тебе свиток метеора! Ты ж какой фиговый, ты чувак мне попался. Это читер у нас. Читер. Улетаем. Так, отходим. Нужно перегениться немножечко. Сейчас мы ему еще один такой же свиток зарядим. Куда ты от меня уходишь? Не уйдешь теперь ты от меня. Я теперь тебя точно никуда не отпущу. У меня фейерверки есть, это очень хорошо. Да, это читак. Ой, да пошел он нафиг. Что, теперь ты не такой крутой, да? Когда я снова появился возле тебя. А если я сделаю вот так вот, волшебным пальчиком? Я считаю, ребят, то, что это максимально честно, потому как это у нас наглый читер. Вы все прекрасно видели, и таких читеров нужно сразу банить. И, кстати, за то, что мы получили пятый уровень, у нас должны быть... Да, вот, смотри. Защищенное золотое яблоко. Чего? Сила Зевса! Скорость, сила и огнестойкость. Так, снаряжаемся срочно в ресурсы хорошие. Еще свиток гравитации. Накладывает на игроков вокруг вас эффект левитации на 5 секунд. И вот вопрос, у меня был меч Олимпа или... Короче, непонятно, берем. А меня телепортировало к моим старым знакомым. Ну что, ребята, здравствуйте. Вы меня когда-то обижали, может, помните меня такого, да? А теперь я пришел к вам. Вторая тычка, третья, ну почти я их отпинал, ничего страшного. Самое главное, знаете, что сейчас делать? Смотри, просто вот так на, лови, получай минус один, хорошо. А ты куда мои ресурсы берешь? Это теперь мое, я тебе такое брать уже не разрешаю. А, да, точно, мы же получили новый уровень. Смотрим и вы. Что, нагрудник Танатоса? Снаряжаемся, конечно. Так, вы что, еще хотите со мной поговорить? Давай, получай, еще получай. Кто следующий? Выходите по одному. О, там что-то еще валяется. Штаны валяются. Отлично, все, миссия выполнена. Мы им отомстили. Так, взгляните, тут обижают одного алмазника. Давайте я ему помогу. Раз, тычечка, вторая. О, мы получили, кстати, новый уровень. Мы получили шлем возрождения. Спасает вас от смерти по принципу тотема. Nice. И тут просто все зачарования. Конечно же, снаряжаемся. Были найдены снова игроки, и я вижу одного алмазника. Здорово. Я по нему не попал. Попал, отлично. Там ловушка по-любому. Я в этом... И посмотри, кто там. Опа, вот это мой бой. Я так понимаю, он сейчас пойдет за нами, да? Да. Кушаем золотое зачарованное яблочко. Я хочу попробовать с ними сразиться. Да, они, может быть, сильнее меня, потому что это топ-донатеры, по всей видимости. Но почему бы и нет, правильно? Так, я их теперь, кстати, не вижу. Где они? А, во, вижу. Отлично. Поймал. На, лови свиточек. Сколько мы ему снесли? Вообще ничего не снесли, ребят. Мы просто ему ничего не сносим. Хотя, может быть, с меча? Да. Хорошо, я понял. Давай отварчик Одиссея. Сейчас выпьем вот так вот. Все. Но он очень жестко косает. То есть, может быть, у нас шансов сейчас максимально мало будет, потому как он очень крутой. Хотя, смотри, вроде как улетает и... Стой, алмазник, погоди. Мне по-любому нужно еще ресурсы выбивать. Раз, тычечка, вторая. А, офигеть, хорошо, он встал, все, минус алмазник. Но мы с него ничего не получили, в виде опыта имею в виду. Только лишь немножечко алмазки, ну, как запаска пускай будет. А тот алмазник куда-то улетел. Ой, точнее, Назаричек. Я его, кстати, вижу, он уже сзади нас бегает. Хорошо, пускай бежит за нами. Неужели мне показалось? Подожди, нет, ну там же был Незер, вроде как. Или... Да, вот он, а то я уже подумал, что он убежал от нас. Ух ты, нифига, ой.
Слушай, они его нормально так сносят, оказывается. Я понял. Так, снаряжаем наши элитры и валим от него. На любую рыбку найдется рыбка покрупней. Угу, я так и понял, хорошо. Видимо, не зря я алмазку коллекционировал, да, понятно. Курочка, ты меня, конечно, прости, но мне нужен уровень. И свинья тоже. Раз, два. Мы получаем первый уровень. И мы с вами смотрим, что мы получили. А получили мы топор хаоса. Да, повезло. Тут у нас и острота, и эффективность, и прочность, и главное, заговор огня второго уровня. Мне, кстати, тут нашли поединок против алмазника. Ну что, алмазник, лови. Я понял, он от нас будет так бегать. Это фигово, конечно. Ну, лови каташечку. Сколько? А непонятно, сколько мы ему сносим. Лови еще одну такую. Ой, он сейчас нас может так спустить аккуратненько. Ну, с другой стороны, мы берем сейчас наш топорик, подходим. Раз, лечечка, хорошо. Вторая и последняя коронная похоронная. Все есть, мы его отпинали. Да что ты будешь делать? Опять этот незер прилетел! И мы с вами возвращаемся к нашим запасным ресурсам. Берем свитки метеора, свитки гравитации, немножечко еды. И, конечно же, мы с тобой возьмем нашу алмазную броню запасную. И как раз я здесь нашел несколько игроков. Ой, они там бафуются, я слышу. Подожди-ка, нужно проверить вообще, в чем они. Да ну нафиг, он в алмазке. И меня телепортировало на ПВПС, что? Ладно, хорошо, я не против от такого, потому как там были, видимо, очень жесткие игроки. Ну а с этим игроком можно будет расправиться очень легко. У меня есть свиток, и причем не один, а целых два. Поэтому потихонечку мы к нему топаем. Он нам продлил КТ-шку. Это очень хорошо. Понятно, он улетает куда-то. Главное ему их не спалить. И чувак, а куда ты делся-то нафига? Ты писал по УПС, чтобы потом ливнуть. Мы же с тобой вдвоем алмазники, алло. Поблизости вас не находится ни одного игрока. Ладно, еще раз по УПС. И снова я нашел, похоже, тебя, да? Или не тебя? Подожди, он под бафом. Снимаем ему. Мы ему щит не сняли. Это фигово, то, что у него есть этот щит. Угу. Так, давай-ка мы его поднимем с тобой. Все, он у нас взлетел. Стреляем. Раз, стреляем. А куда ты еще-то? Вторая тычка. Все, пока что печально. Но, может быть, потом изменится. Я пока не хочу юзать свиток метеора, просто оставим его на потом. Хотя, ладно, пускай на, лови вот так сразу. Все, не хочу с ним мучиться. Мы, кстати, получили новый уровень. Давай сначала ресурсы соберем, а потом посмотрим, что нам выпало. Кстати, подожди, мы сейчас можем сразу еще уровень нафармить. Раз, тычечка, вторая. Та-дам, у нас восьмой уровень. Смотрим, что мы получили. И мы получили отварца Тринитаса. Это хорошо. Еще мы получили арбалет хаоса. Во, вот этого мне сейчас точно не хватало. Ладно, меня телепортировало еще раз на ПВПС. Давай-ка дадим ему КТ-шечку. А, мимо еще тычечка. Хорошо, дали, супер. У нас есть еще зелька. Поэтому давай-ка мы ее сразу сейчас выпьем. Отварца Тринитаса с тобой выпиваем. И побежали его пинать. Ну-ка, иди-ка сюда. Раз, тычечка, хорошо. Вторая. Отлично. И теперь можно его в целом с мяча попинать. Еще. Оп, все, минус игрок. А мы уровень получим или нет? Ну-ка, давай-ка проверим. И. Подожди, он что, без опыта, что ли, был? Серьезно? Да ну нафиг, мы просто так его отпинали. Хотя, с другой стороны, смотри, у нас теперь появились зачарованные новые алмазные ресурсы. Сгодится в запаску. А я тем временем нашел целого алмазника, который бежит за другим каким-то игроком. Опа, вот это хорошо. А мы сейчас с этой стороны подойдем. Здорово, раз, тычечка, вторая. И поскольку у нас такой хороший баф, мы можем спокойно до него добежать. То есть даже не кидая перки. Здорово, дружище. А ты куда от меня уходишь? Я не, погоди, куда? А, 87 блоков я увижу сверху, отлично. У нас есть все шансы его догнать, пожалуйста, только не уходи. 44 блока, где он? Где он? Вон, я увижу. Если он сейчас от нас убежит, это будет очень плохо. Да, он от нас убежал, у меня баф закончился. Пишем слэш не. А, поблизости вас никого нет. Только что телепортировало на ПВПС. Давай-ка посмотрим, кто наш оппонент. Это у нас какой-то алмазник. Подходим, раз, тычечка, хорошо. Снесли ему щит. И самое главное, его сейчас отпинать, пожалуйста. Хоть бы у тебя был опыт. Я не хочу убивать тех, у кого нет опыта. Иначе, ну, а смысл мне до таких игроков? Я не хочу сейчас юзать свиток метеора, но у меня хп очень мало. Поэтому давай-ка заюзаем, лови. А, он выжил, серьезно, какого фига? Что же, вновь уголь добываем. Нам нужно фармить целый один уровень. И, ну, почти все. Первый уровень готов. Да. Трезубия Зевса. Подожди, а он хотя бы возвращается? Он даже не возвращается. Зачем? Хотя, подожди, у нас на мече всего 7 урона, а на нем 12, ладно. Тогда хорошо. Смотри, нашел целого алмазника, и тут еще кто-то сидит. Погоди. А че ты жемчуг-то кидаешь? Погоди, друг, у меня для тебя сюрприз. Не уходи от меня, пожалуйста. Ну, он опять кинул жемчуг куда-то, фиг знает куда, серьезно. И да, конечно же, он у нас ливнул. Хотя, смотри, меня только что телепортировало еще к одному алмазнику. Да вы что, издеваетесь, что ли? Сколько у вас этих жемчугов, я не понимаю. Так, смотрим, у него есть тотем. Блин, это плохо. Ладно, пускай это. Офигеть, он снимает хп. Ну нафиг тебе такого. Так, мы что делаем? Мы берем, ну так вот, пуляем в него свиточек. Раз, тычечка. Все, у него хпшка уже маловато стал. У него еще один такой. Да почему у меня такие враги попадаются тяжелые, я не понимаю. Вот, еще его тиммейт.
Ладно, я взял себе еще немножечко алмазных ресурсов и меня телепортировало к железнику. Ну, тем не менее, прыгаем. Я взял, если что, очень мощный меч. Просто взгляни. Мы 5 сердечек снимаем этому железнику. Я надеюсь, что у него будет уровень, и за него мы получим какой-нибудь супер предмет. Так, чувак, а ты можешь далеко не уплывать? Лови каташечку. Раз, вторую и последнюю коронную. Не коронная, понял. А можно еще один раз, пожалуйста? Ну, вот он сейчас от меня уплывет, ты серьезно? Попали. Хорошо. И последняя. Все, есть. Мы его отпинали. Отлично. Хоть бы там было хотя бы немножечко уровня. Так, вот они ресурсы, вот мои стрелы. А опыта тут вообще нету. Понял, спасибо. Ну ладно, зато мы получим сейчас хороший алмазный топор, почему бы и нет. А в этот раз это у меня целый алмазник под бафами. Вот это будет, конечно, интересная дуэлька, но тем не менее... А сколько мы ему снимаем? Нисколько? Спасибо. Вот это обнадеживает меня ситуация. Уходим. Нужно подождать, пока у него хотя бы немножечко спадут бафы, потому что я без бафов, у меня есть только свиток гравитации и все. Хотя у меня есть хороший меч. Ладно, попробуем подпустить его к себе поближе. Ох, нифига, у него этот арбалет хорошо стреляет. А что у тебя? Сколько по хпшкам-то? Я понять не могу. Блокировка, 19, 18... Не, ну в целом шансы есть, шансы есть. Что мы делаем? Мы его отводим еще подальше. Вот сюда и нажимаем на свиточек. Все. Он не взлетел. Он не взлетел. А почему ты не взлетел, алло? Еще тычка. У меня одно сердце осталось. А как? Каким боком ты не взлетел? Я же ведь нажал на свиток. Ладно, видимо, он реально какой-то очень жесткий. Сколько? 20 сердец. Иди нафиг. Чувак, а как ты это делаешь? Вот теперь хороший вопрос, каким боком у него 20 сердечек. Я даже по нему попасть не могу, алло, да как это? Не, ребят, кажись, это у нас читер. Я только что посмотрел, как он бегает, и, ну, очень странное телодвижение. Просто посмотрите на это. Он сейчас бежал просто боком на полной своей же скорости. Я не понимаю, как... Пфф, да ты чё, чувак, нет. Я не верю то, что это читер, хотя, с другой стороны, есть ощущение. Мы сейчас можем потерять наш самый лучший меч. Держу вас в курсе. Ага, а как тут появился еще один чувак? Подожди, стоп, вас... Чего нафиг, вы ж... Мне почему так не везет? Тоже уголь, здравствуй. Мне нужно добыть первый уровень. Помоги мне с этим. Все, первый уровень есть. Nice. И вы посмотрите, что мне дали. Мне дали стрела Тора. Вместо попадания бьет молния. Обычные стрелы, попозже с вами тоже поиграем. А тем временем я нашел здесь одного алмазника. Смотри, он ресурсы выкидывает. А зачем он ресы скидывает? Нет, он все сложил. Почему у тебя шалмазка была, чел? Ну я тут буду бегать. Давай, доставай ее. Я тебе дом сейчас буду ломать. Ладно, видимо, он не будет снаряжаться в свою броню. Меня телепортировало к одному из алмазников. Просто взгляни на него. Я сейчас постараюсь как-нибудь ему дать отпор, но... Чего? Чел, иди нафиг, почему здесь алмазник какой-то появился, алло? A few minutes later. Я, кстати, тут нашел одного игрока, у которого только лишь железный меч, и знаешь что? Да, мне нужно его отпинать, и проблема в том, что он находится сверху, а я теперь снизу. А нет, смотри, побежал ко мне, давай, раз, тычечка, все, есть, и у нас целый третий уровень. Nice. И ты только взгляни в мой хот-бар. Мы получили отвар Феникса, защитный панцирь и еще кирка Гермеса. Так, защитный панцирь во вторую руку, 100% снаряжаем. Нашел какого-то лесоруба и меня телепортировало на ПВПС. Я не знаю, ребят, как это получилось, так интересно. И тут у нас какой-то алмазник. Ну давай, ударь меня. Мне нужно посмотреть, сколько ты снимаешь. Уйди нафиг, чувак, просто пол сердца оставил. Алмазник жесткий. Он снес мне почти все мои сердечки, которые у меня только были. И знаешь что? Я лучше сюда уйду куда-нибудь подальше. Что же, меня снова телепортировало к алмазнику. Давай с разворота дадим ему КТшечку. Мы ему снесли 6 сердечек. Но посмотри, сколько он нам снимает. То есть он тоже не пальцем деланный, снимает много хп. И, ну, по факту он может нас отпинать. Берем топорик. Расточечка, хорошо. Вторая, давай. У нас просто хп нету, и у него нету хп. Давай. Есть. Мы его отпинали. Наконец-то. Мы можем покушать. Ура. Мы переодеваемся сразу в его ресурсы. Они, видимо, были гораздо лучше. А, ну не такие они уж и лучше на самом-то деле. Опа, меня телепортировало на ППС, и меня закидали сразу зельками. Спасибо, да-да-да. Все, все зельки потра... Чел, иди нафиг. Ну вы видите это, да? Видите? Просто, ага. Это у нас тоже наглый читер. Я тебя услышал. Слава богу, я остался в живых, но я тебя запомнил. А, и он ливнул куда-то, да? Угу. Пишем снова ППС, потому что он начал поиск поединка. И нас сейчас должны с ним телепортировать. Да, во-во-во. Сейчас будет мгновенная карма. Смотри, мы сейчас подходим, у него по-любому опять эти зельки, да? Ага, так. Через щит ты меня бьешь. Понял, хорошо. На, лови вот так вот. Ладно, и давай посмотрим, что мы с тобой получим. Мы с тобой подходим. Раз, получаем первый уровень. Наконец-то нагрудник Танатоса. Ура! Защита 4 Ой, как хорошо. Меня вновь телепортировало на дуэль против какого-то алмазника. Сразу идем его пинать. Расточка, хорошо. Вторая. Он улетел от нас. Но мы знаем то, что он где-то в этой стране. И, возможно, даже уже валяются наши ресурсы. Кто его знает? Смотрим, проверяем. Знаете, в чем проблема? Правильно, его нету. Куда ты делся? Слышь, Ниар, смотрим. 52 блока.
Понял, понял, до свидания, не буду его даже трогать. Ладно, вновь меня телепортировало, это, видимо... Что? Подожди, не, вроде нормально, нормально, мне показалось. Все, мы ему нанесли дофига урона и... Что? Почему? Так, ладно, еще тычка. Я не понимаю, честно, ребят, мы его отпинали, но у нас максимально мало хп осталось. Яблоко золотое, яблоко, зомби, не бери мои ресурсы, пожалуйста. Все, фух, мы с тобой живы, у нас есть и ресурсы, и броня. И в целом, здесь можно поискать каких-нибудь мобов и попробовать развиться до второго уровня. И там получить какой-нибудь донат-предмет. И что же, здравствуйте. Отлично, мы получаем второй уровень и получаем магнит. Притягивает лежащие на земле предметы в радиусе 8 блоков, когда находятся в руке. По сути, интересная штука, то есть смотри, мы берем ее сейчас в руку вот так вот и да. Что же, мне нашли одного игрока, это у нас алмазник под бафом. Раз, тычечка. Сколько? 6 сердечек мы ему снимаем. Вот это хорошо, хорошо. Берем наш алмазный топорик и самое главное... И самое главное сейчас не отлететь, потому что он тоже нормально так пвпхается. Раз, два. Блин, у меня этого щита. Еще тычка. Давай, 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 у нас очень мало сердечек, у него очень мало хпшек осталось, давай, немножечко остается. Стой, 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 не ешь, не кидай ничего, пожалуйста, ничего не делай, просто побегай, побегай, есть, наконец-то мы его отпинали. Но правда, нам за него опыт не дали, но, тем не менее, ресурсы можно собрать. Они аж сюда отлетели вниз, офигеть. И знаешь, всегда нужно вовремя остановиться. Мы получили много ресурсов, и поэтому не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал. И смотри вот эти два ролика, я тебя уверяю, они получились лучше, чем этот.